Мы в Стоковом, и я в поиске рубашки в клетку. Вот очень хочу купить себе, может быть, в мужском отделе что-то такое мне попадется. Хочу большую красивую рубашку с красивой клеткой. И, возможно, вот такого плана. Да? Или вот такого. Это маленькие размеры. Вот такая неплохая. Хочу сейчас на себя примерить, чтобы носить ее как второй слой и на бедрах. Сейчас выберу все, что здесь есть. Обожаю вот эту рубашку, я ее уже вам показывала. К сожалению, она новогодняя, ее почему-то не берут. Не знаю почему, я его вот взяла. Уже цена такая, 299 гривен. Так, вот еще тоже в клеточку. Пройдемся, посмотрим. Вот я была в походе. Самое классное здесь вещи можно купить. Там вот магазинчики чудесные. Сколько здесь всяких вещей для походов. И недорого. И флисовая кофточка. Смотри, какие классные. И такие вот с пропиточкой. Кому вот нужно, это магазин Стока. Заходите. Сегодня мы в магазине Стока Ред. Я вам покажу его логотип попозже. Как только дойдем до этого логотипа. Смотри, какие красивые мужские трусики. Нарядные такие. Так. Если бы еще плавки здесь были мужские, было бы супер. Посмотрим, что еще есть. Какой интересный мужской. Нет, не мужской, это женское такое было пальто. Очень стильно смотрится. И цена красивая. Это фирма Вила. Смотри, широкий такой красивый воротник. 48 написано размер. 48 размер это пишут размер М, да? Можно померить. Можно померить. Так, и здесь тоже, смотри, есть такие рубашки. Это такие, как длинное, смотри, какое вот длинное пальто в клетку. Ну, это будут маленькие размеры. Не будем даже смотреть маленькие размеры. Что здесь интересно, такая шубка, смотри, пушистая, короткая, тоже вообще цены 750 гривен и так далее. Этот намного подешевле стоковый магазин, здесь может быть меньше такого гламура разного, потому что в том, что я была вчера, там и дизель есть. Ну, то есть хорошие такие фирмы. Здесь как бы реже это попадается. Но зато обычные модели намного дешевле стоят. Так, брючки с тобой посмотрим. Вот такие интересные серебряные. Вот такие мне привлекли. Размер тоже 38. Такое качество. Очень хорошее. Маленький размер, к сожалению. Какое белье прям красивое. Без комментариев показываю тебе и хожу, и смотрю, какие вот тоже красивые расцветки. Может быть, под какой-то красивый сапог казак. Можно это такое платьице и одеть. Посмотри, какое нарядное. Очень привлекательное. Такой вот есть в горох. Ну, такое для девчушек, конечно, но девочки любят коротенькое, носят, поэтому нужно на него обратить внимание. Если что-то найду такое особенное, обязательно тебе покажу. Смотри, еще один отдел такой интересный. С бытовой химией, с техникой. Такие сумки здесь еще есть. Вот, пожалуйста, рюкзачок. А ты помнишь, что шоперы в этом году очень популярны, поэтому можно что-то выбирать. Вот это неплохой шопер. Смотри, большой, красивый, точно как сейчас вошли в моду. А мне еще вот такая сумочка понравилась. Смотри, ой, какая прелесть. Да, ее рассмотрим лучше. Есть вот такой мешок, в который все складываешь. И сверху сумочка. 600 гривен. Прикольная, правда? Ой, я только вообще не люблю менять сумки. Мне вот нравится, что у нас таким мешком. Менять сумки не люблю. Выложить, значит, оттуда все
что ты носишь, и средства антисептические, салфетки, и помадку. Все это выкладываешь, пока все выложишь, обязательно что-то забудешь. Так, если честно, не нашла, что хотела. Выхожу дальше. Вам говорю пока, будьте на моем канале. А я иду в другой стоковый магазин, который находится на этаж выше. И, возможно, там вам тоже еще поснимаю. Пока, до новых встреч. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на мой канал.